кана Абдурахман Яхья, и сегодня я не буду диктовать. Поскольку в прошлый раз, когда я диктовал, все получилось намного хуже, чем я думал. Я не мог прочесть свой почерк, поскольку торопился, не знаю куда. И, друзья, на этот раз все будет написано на экране, мне не могу владеть. И я на этот раз хочу сделать на целую руку. В прошлый раз мы делали на ладонь. Да я не знаю, как это сейчас называется, задняя часть ладони или как еще. На этот раз мы будем делать сюда. На этот раз подойдет намного реалистичнее. И сейчас я перечислю все, что нам нужно. Для этого нам понадобится железо, железо пластмасса. У кого ее нет, вы можете купить железную банку от Pepsi, от Cola, чего хотите. И у нас получится, и отрежете ее пополам, и у вас получится такая же кусок железа. Лично в моем случае это оригинальное железо, только мы покупали на базаре. Или не помню, в упаковке что ли. И короче, понадобится и много разных деталей уже на ваш вкус. Это все, что буду использовать, это все будут детали нашего, собственно говоря, от нашей руки. Я болею, у меня горло какое-то не такое. И также, пока не забыл, я хотел бы сказать, что нам еще понадобятся провода. Ну ладно, друзья, приступим. Я не буду диктовать, все будет внизу экрана.